Привет! Хочу сегодня рассказать о детях-проекторах, потому что в моем окружении больше детей-проекторов, нежели даже генераторов. Итак, смотрите, проекторы у нас не энергетические типы. У них нет сакрального центра, он не определен. И поэтому жизненную энергию они получают извне от генераторов, да, у которых определен сакральный центр. И поэтому они вот не энергетические, и как дети, они могут, им нужно больше время отдыхать, да? Их сильно не нужно наваливать их делами, разными гуртками, там, и ни в коем случае вот их нельзя от них что-то ожидать, да? Потому что они сами не энергетические, и им нужно время для отдыха. Еще очень важно детям проекторов говорить, как...